У меня вот такой возраст был в детстве, ну, если можно это детство назад, это 8-9 класс, когда я, например, учил там, уроки, там, стихотворения и так далее, мне неудобно было к доске выходить. Ну, уже знаешь, как ты уже ухо сломал, ты там крутой и так далее. Вот эти все моменты. И я учительнице говорю, поставьте мне тройку, потому что дома же отец контролирует, что ты получил. И если двойку получишь, значит, ты дома ты говоришь, что ты выучил, ходишь в школу, и ты ничего не рассказываешь. Я говорю, поставьте мне тройку, я так знаю. Они говорят, ну выходи к доске. Я говорю, мне неудобно к доске выходить. Сейчас вот выходить на тот момент, да, так скажем, переходный возраст. Так что, ну, стихотворение я знаю, потом я тебе лично расскажу. Переправу, это надо рассказать. Переправу. Берег левый, берег правый. Вот эти моменты. Есть другие тоже, которые сейчас еще здесь сидеть, стихи раскачивают.